конца июня в полицию стали поступать заявления о хищении детских колясок и велосипеда. Пока ульяновцы находились на приеме у врача в больницах и поликлиниках, детские коляски бесследно исчезали. С помощью системы информационного портала «Безопасный город» полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний неработающий местный житель. Похищенное имущество мужчина сдавал в ломбард или продавал по более низкой цене, а на вырученные денежные средства покупал алкоголь. В настоящее время органами предварительного следствия УМВД по фактам краж проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.